Здравствуйте еще раз всем, я чуть задыхаюсь, бежал долго. У нас здесь в нашем лагере присутствует семья парня, который в 2000 году погиб в Чечне в Нажаюртовском районе. Семья Валитовых. Я, если они здесь присутствуют, очень прошу подняться сейчас на сцену. Почти, ты мне уже сказал. Есть, да? Попрошу, пожалуйста, еще если можно, погромче поприветствовать этих замечательных людей. В силу некоторых причин так получилось, что в 2000 году я тоже был в Нажаюртовском районе. Правда, я не знал Валеру, сына ихнего. Вот. Но так как этот район был не очень спокойный, мы выполняли все одну и ту же задачу. Вот. Этот парнишка погиб при исполнении СБЗ, служебно-боевых задач. Вот, я хотел бы предоставить сейчас слово его родителям, а потом, если я вас не затрудню, еще пару слов сказать. Салам бача. Ребята, мы второй год здесь находимся. Мы рады встретить всех вас. От нас большое пожелание, ребята, всем вам здоровья, крепкого здоровья и благополучия вашим семьям, родным. Мы желаем, чтобы вы, ребята, не уходили раньше времени. Вы обязаны прожить две жизни за себя и за того парня. Вы обязаны просто. Мы благодарны очень вам. Спасибо большое. Сын у меня призвался в 99-м году, в июне месяце, и погиб он в апреле 2000 года. Был наводчиком БТР на Жаюртовском районе. Он умер в госпитале от полученных ранений, от гранатомета, постольника. Его разминировали хасавюрте, саперы. Всем большое спасибо за то, что вы приняли нас, как говорится, в свою семью. Мы очень рады, что мы рядом с вами, и наш сын всегда вместе с нами и с вами. Вам, желаем вам мира, добра, всего-всего хорошего, самое главное – здоровья. Пока память жива, живы и наши дети. Спасибо вам. Дорогие ветераны, салам бача. Вот эти люди именно здесь находятся уже второй год. И дело в том, что они дополняют своего сына, которого мы должны хранить в память. Для чего это все и собирается? Не именно для него, а для всех ветеранов. Вы поймите это душой. Спасибо. И вот за две минуты, которые я просил, да, конечно, немножко переоценил свои возможности. Вот. Разрешите просто от всех вас, от нас в лице Валеры высказать уважение всем пацанам, парнишкам, которые остались на СБЗ, да, там, без разницы где, то есть остались там. С вашего разрешения. Спасибо всем. Подарок, да, такой небольшой вручает Валера. Группа «Каскад». Пока есть такие родители, которые воспитывают таких пацанов, наша страна в натуре непобедима. Сказал, как есть, ну,
Спасибо вам.